Всем привет! Мы сегодня играем в Panic. Главное не паниковать в игре Panic, потому что надо будет убегать от какого-то пылесоса. А ты прыгаешь или ты висишь? Так, пошли играть? Play! А ну-ка. Да, я уже зашел. Я зашел в эту локацию, play, которая... телепорт. А ты... А Катя висит! Или ты зашла? Привет. А, короче, у нас подтупливает интернет. Вот, это ж Катя висит? Или я нет? Не знаю, куда я. А, ты кто-то другой. Я не знаю, это я. За стеклом, не, похоже, просто нет, девочка. Это я тут. Так, окей, короче, что мы ждем? Где игра? Play нажать еще раз, что ли? У тебя тоже вот какой-то? А что значит? Вот. Player mode? Player mode. Да, player mode, я не хочу вот. Так, первый раз играем в игру, ничего не знаем, что там такое. У тебя тоже так, что все бегут вот так вот? Катя, я телепортируюсь, да? Есть, телепортируемся. Бот-мод все-таки получился. Ничего. Я надеюсь, что я буду там с другими участниками все-таки. Я заспавнилась возле пылесоса. И что, тебя съели сразу? Нет. Так, короче, тут какой-то страшный пылесос, да? Он за мной идет. Так, и... Ага, где пылесос? High endurance, stamina, бла-бла-бла. А что тут надо делать? Так, все, темнота, я понял. И надо куда-то убегать. Ай! Фух, вот он. Но он медленный, я надеюсь. Я его видел. Он кого-то съел там, нет? Он туда побежал, нет? Короче, я не знаю, я бегаю пока. Так, бегаем. А тут надо что-то делать или нет? А вон он. Вот он, пылесос. Ха, ну хорошо, что он медленный, реально. А как он так ко мне быстро подошел? Он что, меня подъел немного? Он меня подъел жизни. Я думал, он... Ну, не сможет так быстро ко мне подойти. Он прям подлетел ко мне. Так, вон он кого-то догоняет. Фух. Так, а что здесь? Не надо расти. Кать, а что надо делать? Вот я не уверен. Смотри, find these items. Ага, надо найти что? Find items, ага. Ай-яй-яй-яй-яй. Убегаем. Фух, я убежал. Арбуз, ананас и какая-то сосиска. Мне тоже надо вот это, да? Вот мне надо вот это. Пикап, есть, я взял. Фух. И вот еще то, что мне надо. Я взял, нет? Я убежал, есть. Так, короче, мне надо еще какие-то две штуки. Вон я одну там видел. Вот она где-то здесь, нет? А, кто-то забрал ее. Так, надо искать. Еще, где они? Все эти вещи. Так, надо еще какую-то палку. Фух. Так. А когда я соберу все это, что дальше? Надо на какой-то скейт. Вот. Взять. Так, второе есть. Еще одно мне надо. И потом на какой-то сканер, не на ту высокую штуку, что внутри. Не, на полу вот эту. Так, теперь, а что же это у меня? Вот это, что это такое? Зубная паста? Мне надо идти в отдел химии, я в морозилке зашел, мне сюда не надо. Мне надо зайти в отдел химии всякой. Так, вот я зашел сюда, и что будет? Та-дам, ничего нету. А скан, а ну скан, что скажет мне? А ну, сканирует. Так, бум, надо еще туспест, да, надо еще зубная паста. Короче, это где-то... Подожди, туалетная бумага и хлеб у них вместе хранится? Ау! Он заспамился прямо у меня под ногами! Вот туспаст моя. Я взял туспаст. Есть, где мой сканер? Он прямо у меня заспамился прямо под ногами, прикинь. Он сканер... Ой, убегаем. Где-то там сканер. Где сканер, кстати, я его потерял. Он где-то же был посреди зала. А что это за кнопочка? А, это можно убежать? Иди обратно туда. Туда не идти, вот так идти? Не, иди обратно туда. Идти вот туда? А, иди на этот кружок. И что там будет? Ставь... Вот, например, на кружок, ничего. Там квадратик. И я что, могу убежать? Бум. Комплит сканер, наверное, сразу. Вот. Все, я нашел. Вот мой сканер. Есть. И теперь я могу уходить. И что, это значит, что я выжил? Как это? Еще раз комплит сканер? Не понял. А где сканер? А, вот еще один сканер. Ага. Вот, то есть надо три сканера пройти. Понятно. Так. Убегаем. Вот это мне надо, да? Есть, я взял что-то. Ай, меня убили, все. Капец. You died.
Я не успел. Ну прикольно, мне понравилось. Так, и что, мне ждать, пока всех убьют, да? Лови. А, да, я тоже. Не, ну я понаблюдаю. Так, а я могу выйти, да, из игры? Лови, конечно. Лобби. Если ты умерла, тогда давай заходить опять. Да. Мне понравилось, я просто долго тупил, еще не понимал, что делать. Я уже знаю, что надо искать, надо сканировать, надо 3 сканера пройти, по 3 товара найти. И тогда, может, я выживу. Еще не нажимать, а еще нет. Хорошо. Ой, я зашел в телевизор этот уже. Нет. Случайно. Вот я в нем уже. Угу. Можно выходить? Да. А ты зайдешь? Я не могу выйти. А ты не можешь ко мне зайти? Давай, заходи. Где? Ты зашла, нет? Да, я у тебя. Оу, я, правда, тебя не вижу. Как-то оно. Оно тут немножко подтупливает в этом. Вот можно. А, я play не нажал. А, нормально, все good. Все, я уже телепортируюсь. Кстати, тут не особо важно, с Катей или не с Катей, потому что мы практически не встречаемся. Я понял, все, сразу смотрим на товары, ищем товары, сканируемся, второй сканер, третий сканер, в общем, и продолжаем. Окей, окей, я понял. Прикольно. Только знаешь, что необычно? Что он может прямо у тебя под ногами появиться. Да, вот у меня такое было, это вообще ужасно. Ну, в смысле, как убежать, если он раз и прям бум, появился у тебя. Ниоткуда, из-под земли. Так, ну все, понятно, что мы гуляем по супермаркету, собираем товары. А какой-то непонятный пылесос или кто он? Кто, а кого он напоминает? Это, по-моему, это не пылесос. Какой-то... О, есть шопперс, погнали. Вот сканер. И... Эу. Вот сканер. Так, есть. Мне надо 2 айтемса найти, 3. Где шоп? Вот он, вот он, вот он. И мне надо смотреть за товарами. Так, какой мне надо товар? Какой-то непонятный. Печеньки какие-то. И еще что-то непонятное. Так, что, товары поменялись, что ли? На полках. Так, печеньки. Это не то. И это не то. Это не то, не те печеньки. Только какой-то спицей штуки. Так, вот, о, вот, нашел, что это. Мыло, оказывается, это надо. Тебе надо кисадило. Так я беру мыло, оно не берется. Так что, это не мыло, что ли? Ладно. А, только садило, да, вот то? Да. Как на пиццу похожее. Так. Что-то я не могу найти ничего похожего. Это не то. Не могу найти. Надо какая-то желейка. Опс! Вот он. А вот печеньки мои. Нет? Вот мои печеньки. Есть. Я взял, не взял? Я взял. Я взял печеньки, мне надо еще найти вот 2 штуки каких-то. Вот похоже было на мыло, но мыло у меня почему-то не взялось. А вот-вот, я вижу эту кассадилу, вот-вот она. Мне надо обойти еще разочек. И... А ну где он? Где он? Рядышком, нет? Вот эта кассадила. Есть! Я взял уже сколько, 2 позиции или 1? Я не помню. Мыло еще вот это, как ты говоришь, надо. Точнее, я видел, что это мыло, но... Почему-то у меня мыло не взялось. Я не говорила, что это мыло, я говорила. Это я сам себе сказал. Блин, а что меня все время возвращает в одно и то же место? Как-то интересно. Кружим не надо. А ну попробуем еще раз то мыло взять. Может... Блин, меня опять сюда вернуло. Как-то так. Товары меняются. Вот. Ну, берись. Я что ли взял уже все? Может мне надо сканироваться уже? Так, danger level поднялся. Это значит, что еще страшнее становится, да? Так, вот сканер, а ну. Что мне говорит сканер? Эу! Я бежал к сканеру, меня вернуло непонятно куда. Как-то тут непонятно. А ну, скан. Так, Frozen Pizza нету. Frozen Pizza Cookie Jar. Я же все это брал. Как это? Вот куки. Берись! Дроп-дроп. Дроп-дроп. Понял, я мыло набрал полный этот. Все, понятно. Теперь иду еще раз ищу кассадилу в холодильниках. Где? Да я знаю, где-то она в холодильниках. Так, Frozen Pizza. Да. Вот где-то здесь. Вот где-то здесь. Frozen Pizza. Нет, вот нет, она. Есть. Я взял. Я все взял. Так, теперь где сканер? Фух. А тебе ты взяла все? Уже нет? Мне только надо грушу. Есть мой сканер. И? Есть. 2, 3. Готово. Так, что мне надо идти? Второй сканер искать? И что? Что-то она тупит. Ты что тупишь? Блин, меня выбрасывает.
Happy has been shocked for 10 seconds. И... Есть! Наконец-то! Так, надо найти второй сканер. Вот он, второй сканер. Убегаем! Убегаем! И... Опасно, нет? Кружа! И... Так, я нашел второй сканер. Вот ананас мне надо. И... Взять ананас. Дальше. Лук. Это не все овощи. Вот, вот это надо, да? Ананас, лук. Почему не берешься лук? Лук, возьмись. Это же лук. Да ё-моё, чё он не берется? Лук, есть. И еще картошка какая-то, да? Вот это. Есть, я все взял. Я очень быстро нашел все, что надо. Сканер. Теперь надо успеть. Эй. Ну как-то так перебрасывает меня, непонятно. Скан, раз. Два. Ну, сканер, чё тупишь? Есть, да? Все. Ищем сканер номер три. Где сканер номер три? А ну. Эй, сканер, вот он, сканер. Беру последние товары. Может быть, я даже выживу в этом раунде? А ну, это сканер, да. Итак, что тут мне надо? Ага, это я уже когда-то искал в прошлой игре. Вот, раз. Ну, берись. Оно не... Оно тупит, оно не берется. Смотри, дай мне, возьмись ты, а? Как твой ты тупой. Так, короче, мне надо что еще? Еще какая-то коробка и капуста. В овощи тоже надо будет забежать. Коробку найти. Синюю с красным. А, вот капуста где-то здесь должна быть, да? А ну, капуста. Это ты? Капуста, берись. У меня тупит, у меня не берется. Лена долго нашла. Да? Да нет, так с первого раза оно должно работать. Оно не работает. Ну, кукуруза тоже не берется, смотри. Капец. Да не надо, да у меня ничего не берется. Капец. У меня... Вот, перезагрузилась. У меня есть капуста, нет. А, взялась, фух. Оно что-то тупило. Так, надо найти какую-то коробку вот эту. Синюю с красным непонятным кружочком, типа. Так, вот она. Есть. Только возьмись же. Ну, возьмись. Оно тупит. Меня сейчас съедят просто потому, что мне паста не берется. Да е, все, я правильно. Есть, мой фул, есть. Сканер, где сканер? Я сейчас могу выиграть. Есть, вот мой сканер. И... Давай. Раз, два, три. Есть. И что? Трэпдор. Ага, вот трэпдор, вот он. Есть! Я выиграл! Я молодец! Escape time, 6 минут. Я все собрал. Плеер пуш, бла-бла-бла. А, еще плееров можно пушить? Да, надо на нее нажимать. Ага, это, наверное, когда я говорю, что у меня что-то тупит и меня проваливает куда-то, это, наверное, плееры меня пушают, да? Вот. Так, да, это все-таки, это не пылесос, это машина, которая моет пол. Ну, типа пылесос, да. Я убежал, все. Кать, ты закончила, нет? Нет, мне надо только стейк. А как мне смотреть? Next. И... Ой, я ушел. Вау, никого нет, прикинь. Все в игре, что ли? Это я первый вышел, что ли? Прикинь, я молодец. Это мне, может, немножко даже повезло. А может, просто я уже знаю, как играть. Очень даже прикольно. Я умерла. Катя не выжила. Ей осталось найти просто выход. Но не повезло. Ну давай, возвращайся, поиграем снова. Еще одну игру поиграем. Вот посмотрим, повезет ли мне в следующий раз. Первый раз я учился, поэтому я умер. Второй раз я уже все знал, поэтому я выиграл. Вот посмотрим третий раз. И что, плей? Три, два, один. Пошли. Плеер мод. Я нажимаю на плеер мод. Плеер мод — это значит, что плееры станут такими. Я могу стать пылесосом? Да. Это прикольно. Да, хотя это... Нет, прикольно. Чего, классно. Я голосую за плеер мод. Нас только трое. Четверо. Нас четыре игрока только будет. Тогда только два настоящих. А что, два пылесоса будет? Да. Ию. Итак, а ну-ка, посмотрим. Вот если я пылесос. Не, я не пылесос, я нормальный это чувачок. Я. Так, где сканер надо найти? Где и сканер? Оу, страшно стало. Так, двери закрываются. Где сканер? Где наш сканер, а? Why are you here? Нет, уже мы работаем, мы уже ищем сканер. Так, ищем сканер. Где же сканер? Вот, вот сканер. Я кабукана. Ты пылесос. Катя пылесос, только не подглядывай мне в экран.
Так, что мне надо найти, а? Ты... Так, а почему мне не пишут, какие мне надо айтемсы? Печеньки, курица и паста. Ага, я уже немножко тут знаю, где что искать. Вот печеньки. Печеньки есть. Курица, где курица? Курица, вот она. Есть. И паста. Пусть паста где-то здесь. Ну, ты, ну, только ты не подсматривай специально ко мне, где я есть. Хорошо? Если я тебя убью, это не специально. Хорошо. Так. Смотри на меня, папа. Катя, вау, Катя с красными глазами. Было бы прикольно поиграть еще за эту кабуку. Было бы круто, конечно, но... Паста! Что-то она не проявилась как надо, но ничего... Ой, я не ту пасту взял. Йоу. Я могу сосаться, знаете, еду, которая на полу. Ага. Чтобы мне достаточно было. Которая на полках даже, да? Не, на полу. Так, а что у меня? Мне не показывает, что я взял, что мне не надо. А ну-ка. Кстати, я не то взял. No. Ага, дроп. Мне надо другую пасту взять. Эу. Это я. Ага. А не поймаешь, не поймаешь, не поймаешь, не поймаешь. Я за тобой не иду. Все равно не поймаешь. Так, пасту мне надо найти. Где же паста? А ну-ка. Так, так, так. Вот паста. Я есть. Людей. Я нашел. Я тебя из людей нашла. А вообще нас много игроков тут? Только 4. Так, мне надо найти уже сканер. Я первый набор собрал. Вот, вот, вот. А, вижу, сканеры, вот они же вверх торчат этими штуками. Итак. Раз, два, три. Есть. Ищем новый сканер. Где-то вон здесь. Вот он. Два донатса и спаржа. Ага. А почему оно мне не это, ну, не показывает? Ну ладно, я знаю. Розовый, коричневый и спаржа. Где донатсы? Донатсы, 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 спаржа. Спаржа где-то здесь. Не, не, не здесь. Где-то в овощах. Где тут овощи? Где-то в лёде. Оу, опасность. Это страшно. Ууу, человек. Так, хорошо, Катя не за мной пошла. Я могу искать два донатса и спаржу. Так. Я за человеком. Хорошо, иди за тем человеком. Только не за мной. Так, донатсы и спаржа, донатсы и спаржа. Где булки? Где донатсы? Ё-моё, в отдельном отделе жду. Вот донатс. Есть, я схватил донатс. Один, правда, донатс только. Фух, убежал. Вот второй, но это такой же, мне надо розовый. Мне надо розовый донатс. Есть! На последней жизни мой человек-ок. Кок-ок? Человек-ок, ага. На последней жизни. Так, где спаржа? Я не понял, где овощи? Я что-то потерял, овощи. Итак, бум-бум-бум. Он убежал. Человек-ок убежал, хорошо. Где спаржа? Вот еще один человек-ок. Я не пойму, где овощи? Где отдел с овощами всеми? Я мясо уже второй раз оббегаю. А овощи не могу найти. Так, идем по кругу. Мне нужна спаржа. Почему мне не показывают, что мне нужна спаржа? Я так должен запоминать. Так, где она? Туда есть дорога? Нету. Так, хорошо, что пока Кати нет тут, рядом. Я оббежал уже весь магазин. Где овощи, фрукты? И спаржа моя где? Во, наконец. Так, ты не подсматривай, Катя, где я. Я за тобой не хожу. И есть. Аспарагус есть. Где сканеры? Вот они. Вот они. И раз, два, три. Есть. Последнюю жизнь. Вот так, мне надо найти последний сканер. Где он там? А ну-ка. Где последний сканер? Мне надо выжить. Вот, вот последний сканер. Есть, я убила кого-то. Так, и так, чтобы Катя не... Так, коричневый донатс, авокадо и йогурт. Ага, коричневый донатс, авокадо и йогурт. Авокадо... Yes! Ты меня увидела, да? Ты последний человек-ок, так что не надо. Ага, а я не дамся тебе. Ты знаешь, что я тебе не дамся? Oh, no. У тебя только две жизни есть. Ага. Ты мою одну съела, что ли? Mm-hmm. Так, коричневый донатс, йогурт. Где коричневый донатс и йогурт? Так, 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 так. Ай, там нет прохода, да? Oh, no! Капец, там не было прохода. Ну, был коричневый донат, я зря сюда пошел, мне надо было другое место идти.
Катя за мной по пятам. Донат йогурт. Вот коричневый донат, нам за ним нельзя возвращаться, потому что у меня сзади Катя. И меня она съела! Это была Катя! Я убила два человека. А мне что-то тупит, не показывает, какой йогурт, как он выглядит, я уже забыл. И, конечно, когда сзади бежит Катя, то сложно вот так вот искать. Я потом ее перезвоню. Ой, ладно, это было прикольно, очень даже интересно. Я почти сделал третий раунд, но Катя меня догнала. Так что, если вам понравилось, как мы тут гонялись друг за другом, ставьте обязательно лайки, подписывайтесь. И всем пока-пока.